Все, начался период, когда мы постоянно теперь носим шапки. Снег? Снег. И я что-то не рад, что знаешь, что в этих штанах пошел. Они такие тоненькие, такие холодные. Мы с тобой зимой в них ходили, просто одевали еще под штаны. Помнишь? Конечно, помню. Не, все, надо с ворсом теперь нацеплять. С ворсом, либо под штаники, под вот эти тонкие. И будет по-любому. Нормально. Я вон уже в тачку начинаю не замерзайку лить, потому что минус 2, минус 3 по ночам. Слышишь, я буду опять угорать этими подштанниками, потому что там дырка. Для писюна, да. Я еще очень рад, что в Питер взял вот эту штучку, которая у меня на камере. Фом-мод, пенка. Она реально спасла, это прям очень здорово. И сейчас тоже такой легкий ветер идет. Ну, надеюсь, не пробивает. Ну и вы там в комментариях напишите. Идем к тачке. Вчера приехали из Питера, поставили в жопе мира. Еще и в лужу мало наступило. Сейчас днем ее посмотрю, потому что ночью ни хера не было видно. Поедим сейчас. Заедем. А, у нас еще в Пятерочке товар лежит, который я вам заказал. Wildberries. Надо в онлайн-трейд заехать, потому что я оперативку хочу. Катя свой комплект 64 отдал, а у нее 16. У меня теперь вообще не хватает памяти. И что ты будешь делать? Докуплю. 16 очень мало. У меня сколько так... Сколько хочешь? Ну, я 32 хотя бы хочу. У тебя все равно больше будет. Но мне хватит 32, у меня нет сложного монтажа. А вот у тебя там с твоими эффектами... 64 теперь прям будет вообще супер огонь. Прям хорошую память Катюхе отдал. 3600 мегагерц DDR4. А, ну вот. Ничего не понимаю, но... Лужится. Кому надо, тот понял. А, немножко застыло даже. Вот так вот я вчера такой плюх, и все. Блин, так неохота сейчас вот это все заливать. У меня руки просто сдубели, пока я вот шел и с вами болтал. Открыл. А еще мы лошары, знаешь, что забыли? Угадай. Не хочу думать даже. Врубить подогрев дистанционный. Теперь сиди, мерзни. Не буду я сейчас этим заниматься, нахер. Люблю машину и погреюсь. Как лань сейчас буду прыгать через лужу. Оп! Давай ты заливай воду. Любишь кататься, как говорится, люби и саночки возить. Умеешь? Не, подожди, неправильно. Надо воду и не замерзайку разбавлять. То есть не просто вода. А тебя надо правда научить, Катюх. Сейчас я тебе покажу. Ой, придется опять прыгать через эту лужу. Хоп. Правильно, пусть учится. Ой. Вот тут пипку ищи. Вот она. Вот и вверх. О, видишь, молодец, ты справилась. Тебя интересует вот эта штучка. Сюда влево. Меня она не интересует. Тебя она интересует. Я же хочу, чтобы ты мне тоже помогала. Сколько вот воды налей? Да всю туда лей. Полторашка, она тем более из дома, теплая. Не успеет сейчас остыть. И я тебе дам еще замерзайку пропорции 1:3 разбавим, потому что она на минус 30 или минус 40. Минус 30. Очень хорошая. Это мне маман все время приносит. Откуда-то. Она прям клевая. Катюх, ну я тебя поздравляю. Ты теперь, ну, практически, да, автолюбитель. У меня такой мотор на отсек грязный. Ну ничего, я потом на мойке справлюсь с этим. И вливай, ну, прям... Возьми. Грамм 500. Это сколько? Ну, я не знаю, ну, вот столько налей, ладно. Примерно. Нормас? Она не вонючая. Не, она хорошая. Я вообще не люблю эти незамерзайки с запахом персика и т.д. и т.п. Ну, как? Вот представь, что это твоя машина. Ну, как ты будешь вливать? Потихоньку, конечно. Немножко разлила, правда. А ты всегда разливаешь, даже больше, чем я. Ну, это я. Все, еще? Еще лей. Да все, наверное, достаточно. И после вчерашней поездки у меня тут камера превратилась в кусок говна грязное. Пипец.
А, нормально. Забрали посылки Five Post. Здесь у нас штучки, которыми можно чистить краны, зеркала, ну, для дома. Себе, ну, как бы, нам с Катькой и маме. И плюс Катя заказала Wildberries. Wildberries, господи. Как это правильно называется? Универсальная. Что там? Для Айкоса на стол поставить, чтобы я туда бычки скидывал, а не в свою прозрачную вот эту отмороженную. Оригинальная, кстати, дофига стоит. Ну вот, которая прям в Айкосе. Понимаешь, мы в Сочи видели. Uh-huh. Там вибрирует, вибрирует. Да, блин, один подписчик, знаешь, что пишет? Че? Пишет, типа, сгоняйте в Омск. Типа, что вы в одно и то же место ездите, неинтересно. Ну, именно мне в личку в это, в инсте. Ждет тебя, наверное, в гости в Омске. Я, конечно, все понимаю. Блин, ну мы же сами решаем, куда нам сгонять. Если нам хочется в одни и те же места ездить, мы и будем в одни и те же места ездить. Мы не клоуны, мы не развлекательная шоу-программа для подписчиков. Просто как бы вот куда ездим, туда и ездим. Все правильно говоришь. Вот так это работает. Сколько стоит? Около 500 рублей. Да, нормально. Кстати, все в отзывах жаловались, что очень большая резьба, типа, долго закручивается. Это первый минус. А второй минус — это то, что она вот так вот скрипит, когда закручивается. Господи, ты сейчас делаешь мне прям... Я не могу закрутить. Как ее закрутить? Вот, давай, кстати, я это сделаю. О, все, да, все, я есть хочу. Ну, удобно, да? Сюда штик поместится. Конечно, поместится. Ну, так вот будет стоять у тебя на столе. И не будет вонять, то у тебя банка эта прозрачная открытая, и смотрит все это для Ульяна. Да, нормально. А для машины ты не показывал, то, что я купила, вот сюда ставится, тоже тебе, с подсветкой. От компании Bazeus. Ну, здесь она намного лучше, она более прочная, здесь вот так открывается, все, ничего не скрипит. Ну, она и алюминиевая такая, да. Прикольная. Да. Она прям классная, вот эта штука немножечко такая прорезиненная. Ездим в одни места, кушаем в одних местах. Ну что за скучные люди мы с тобой, а, Катюх? Как так можно жить? Не знаю, мне интересно посмотреть вот по влогу с каждого подписчика, как у них жизнь проходит. Вот честно, интересно, особенно те комментаторы, которые говорят, что мы скучно живем. Прикольно бы, да, было? Да, очень. Я пасту Лючия буду. Санта, Санта, Санта. А потом кофею. Ты хочешь, чтобы я к тебе сюда сел? Я, знаешь, что подумал? Реально, мне надо побольше пить витамина D, потому что из-за того, что нет солнца в Москве, и настроение говно. Вот у меня сегодня это немножечко попшикало этим витамином D. Он у нас не в таблетках, а в жидком виде, спрей. А там причем такая концентрация сильная. Очень сильная. Да. То есть там три пшика на неделю тебе хватает. Я просто когда сдавала анализы, мне мой врач сказал то, что типа... Как ты живешь? У тебя не то чтобы как бы ниже нормы, у тебя прям вот дно ниже пробивает. Плинтуса просто. Такое редко бывает. У меня витамина D практически вообще не было. Прям недостаток очень сильный. И я пропила курс прям в такой сильной дозировке, очень большой. Помнишь, мне, по-моему, по 10 пшиков. И я это пила раз в неделю. Вот каждую субботу я делала по этих 10 пшиков, и это... Ну, я не помню, короче, сколько там тысячек, норма. Мы когда домой приедем, покажем вам, что за витамин. Может, я стану добрый, а то ты говоришь, я злой в последнее время. Ну, я не буду уже показывать, вы уже видели, кто смотрит на влоги, как это все выглядит. Просто приятного аппетита. Желайте нам и себе, если вдруг тоже сейчас какую-то вкусняшку едите. У Кати не получается. 100 рублей. Ну, давай, помогу. Вкусно? Угу. А, ты все снимаешь? Да. А я снова скажу то, что тебе говорил уже три раза. Те 16 гигабайт, которые у нас остались, я брату отдам. Mm-hmm. У него как раз 16, и будет 32. Кайф? Да. Сейчас девчонки на этом моменте скажут, что влог говно, но вот такую я себе память купил. Kingston 3600 DDR4 16 гигов. Ну, то есть, две плашки 32 суммарно получится. Сейчас я его поставлю взамен вот этой гигабайтовской. И, как и говорил, ее я отдам брату. Ну, все работает. Отлично. Мы тут с Катюхой угорали по поводу фильтров, которые в Инстаграме очень часто телочки ставят. Вот смотрите, какая Катя тут. Просто пластмассовая.
У меня бубнёжки такие высшие стали, я такая красотка. Ну-ка, сними я могу... фильтр. Сейчас, я не могу просто так снять. Я могу с утра просто проснуться. На самом деле у меня вот здесь вот, посмотрите, у меня есть прыщи здесь, короче, все очень плохо. Это, короче, наебалово какое-то. Да, а зачем утром... так делать, девчонки? Я могу проснуться и просто вот, смотрите, какая я вообще просто соска-нереалка. Да и так красиво. Зачем девочки этим занимаются? А без фильтров, вот. Ну как, блин, сейчас я заново войду. Не, а зачем? Я тебя и так заснял сейчас просто. Нет, просто, чтобы ты видел, как я без фильтра выгляжу. Уже не соска, не реалка. Уже как бы реальность. Вот такова. Она, реальная, действительно. Да. Ты мне можешь объяснить, почему вообще я девочки этим занимаются? Я не знаю, я сама угораю над всеми. Кто ты знаешь, что делает? Все парни, ну типа адекватные, угу. Когда они на это смотрят, они думают, что за хуйня вообще полная. Да, я знаю. Это дебилизм. Ты же все равно потом так рано или поздно. Окей. Подружился там, пообщался, потом с утра проснулся и такой. Ты кто? Да, особенно если макияж смыть. Угу. А, давай еще покажу витаминочки. Вот такие мы покупали. Вроде как они классные. Это очень большая дозировка, чтобы вы понимали, потому что нормы там в несколько раз меньше. Это именно мне прописали такую дозировку, потому что я уже рассказывала, у меня там ниже плинтуса просто. Ну, это уже было, я просто обещал показать, вот, да. Собственно, сама упаковочка. Ну, просто если кто-то возьмет и начнет тут пшикать себе и скажет, а мне вот Ежов сказал. Не надо, ребята, не надо, это очень просто, большая дозировка. Это просто вот как бы знаешь, я хотел, так надо, сказать, знаешь, что сказать, шурнуться витамином знаешь, D. Надо что сказать, перед применением проконсультируйтесь с врачом. И внизу должна быть такая полосочка, да, как да, у рекламы. Да, да, да. Не является лекарственным, да, средством, да, да, да. Проконсультируйтесь с специалистом. Снимаем с себя всю ответственность. Да, поэтому как-то так. Угу. А тема с Инстаграм, вот, блин, ну напишите, правда, зачем вы это делаете, девчонки? У меня даже подружки так делают, понимаешь? Мне не нравится. Я когда вижу, вот я конкретно. Я так не понимаю. Я думаю... Нет, делаю, сейчас покажу даже фотку. Выкладывала фотку с фильтром. Но это фильтр был не на лицо, а в принципе весь фильтр. Не, просто фильтр окей. Но сейчас. Когда делают вот именно вот такие Барби стайл, это типа, не знаю, мне не нравится. Подожди чуть-чуть, вот я ее нашла. Вот, фотка. Тут присутствует фильтр. Тут немножко хреново видно. Ну не, вроде. Ну-ка поверни чуть в левый экранчик. Не, вправо. Просто он не умеет с яркостью нормально работать. Угу. Когда на экран. Ну, короче, фильтр, понятно. Он не увеличивает губы, ни с носом ничего не делает. То есть я просто была накрашена, и фильтр на весь экран. Типа не на мое лицо, а в принципе фильтр. А именно на лицо, чтобы увеличить губы, там скулы себе сделать с помощью фильтра, там все остальное, я это не люблю. Прикинь, кто-то подумает, что ты сейчас блеск для губ ешь. Не, ребят, это мед суфле. Лесная малина. Это мы в Питере взяли в этом магазинчике. Все, я, короче, буду выкладывать этот влог. Следующий уже будет питерский, надеюсь, потому что он очень большой. У меня там материалов получилось на 100 гигабайт, поэтому потребуется определенное количество времени, чтобы я это все дело разобрал. А может быть, парочку будет домашних и потом Питер. Но я обязательно это выложу, поэтому дождитесь и все будет. Вот как-то так. Все? Да. Все. Пока.